Новогодние гуляния в краевой столице продолжаются. Впереди минутка полезной информации о том, куда можно сходить в ближайшие выходные, расскажет Анастасия Соболевская. Во Дворце искусств премьера всем поклонникам творчества великого русского классика Николая Васильевича Гоголя в год его 200-летия покажут спектакль «Ночь перед Рождеством». В театре драмы представят маленьким зрителям спектакль «Снежная королева», а в филармонии имени Пономаренко новогоднее представление по мотивам русской народной сказки «Царевна лягушка». В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына еще работает экспозиция шоу-выставки исчезающих картин «Мир ультрафиолета». В нее вошло более 40 завораживающих полотен, которые выполнены особыми чернилами, видимыми только при ультрафиолетовом освещении. Артисты Дворца искусств, премьера Молодежного театра и Нового театра кукол ближайшую неделю гуляют после новогодних елок. Затем начнут репетировать кое-что новое. Что? Расскажем вскоре.